Сначала информация об одесситах, травмированных на скользких одесских улицах. За последние сутки в травмпункты обратились 183 человека, 26 из них госпитализированы. Опасных повреждений, которые угрожают жизни, ни у кого, к счастью, нет. Но, как отмечают сами пациенты одесских поликлиник и больниц, из-за большого количества людей с переломами и ушибами в очереди в среднем приходится проводить около часа.